21 февраля в рамках акции «Мы вместе» омские волонтеры-медики поздравили врачей, побывавших в командировке в Луганске, с приближающимся Днем защитника Отечества. Сотрудникам клинического медико-хирургического центра вручили пакеты с наборами для чаепития. Мы с ребятами от всех волонтеров-медиков решили поздравить наших защитников Отечества с этим прекрасным праздником, потому что в настоящее время действительно очень важно знать, что у нас есть такие настоящие люди, не только мужчины, даже, как мы с вами сегодня выяснили, готовые помочь нашей стране и всем нам. Мы очень рады, что такие люди существуют. Врачи, принимая подарки и поздравления, признались, что такое внимание со стороны младших коллег вызывает только положительные эмоции. Очень все понравилось, спасибо большое. Была командировка в Луганскую республику, собирали раненых пациентов для высокотехнологичной медицинской помощи в нашем регионе, в частности, в клиническом и хирургическом центре.